процитируйте дословно, я как вас оскорбили. Процитируйте дословно. Все, давайте закончим. Вместо того, чтобы заниматься пустословством. Так, еще раз. Процитируйте, дамочка. Да все, оставьте ее, женщину, в покое. Оставьте. Оставлю. Она мне что-то обвинила, что я ее оскорбил. Раз, если вы... Обзывал. Если вы еще что-то хотите, вызываем полицию, пускай она все решает. Можно я сам решу, что я могу? Вызывайте полицию, пускай она приезжает и все, все это будет. Через 112. Раз мешает, по форме. Мешает работе. За продажу. Дистанцию соблюдайте. Соблюдайте дистанцию, молодой человек. Соблюдайте. А почему без маски? Еще раз вам говорю, соблюдайте дистанцию. Я не покупатель, соблюдайте дистанцию. Соблюдайте дистанцию. Я соблюдаю. Руку уберите от меня. Соблюдайте дистанцию. Руку уберите от моей видеокамеры. Вот, вот, соблюдайте дистанцию. Это моя собственность. Вот вам сказано, что. Это моя собственность. Ну, ты вот ее сейчас трогаешь. Не надо тыкать мне. Уважение ходить. Заслужи вот. Сначала. Не надо. У меня вопрос по факту продажи просроченных продуктов. Можем принять ваше обращение. Так мне нужно, чтобы его устранили. В течение какого времени это может быть реализовано? Ответ на обращение в течение 3 дней. Так просроченные продукты сейчас продаются? Да, причем здесь ценник? Ценник, я вижу, что он крупными цифрами, большим, это большой ценник. А там было все это. Вообще, я что я вам объясняю? Это было ваше обращение. Обязательно соберемся. Так а продукты что, до сих пор будет продаваться? Если продукт просрочен, я повторяю еще раз, будет продаваться. А может быть, вы сейчас как-то свяжетесь с управляющим магазином или заместителем управляющего магазина, который сейчас стоит на кассовой зоне, и скажете, убрать, может быть, продукт? Ситуацию. Продукт я сейчас реализовывается. Продукт сейчас реализовывается. Или мне вызвать сотрудников полиции для составления административного правонарушения? Это ваше решение. Так у вас будет проблемы с Роспотребнадзором тогда. Я думаю, что, наверное, это лучше решить до Роспотребнадзора. Правильно? Я считаю, это делать так. Я зафиксировала ваше обращение, оставила руководство. По данному вопросу ответ не предоставляется. Это была дата ценника, а не дата производства. В смысле? Данный продукт не является просроченным. Это была дата ценника, а не дата производства. Вы сейчас из меня делаете дурака? Ну, я вам объяснила уже, к сожалению. Я у вас конкретный вопрос задал. Вы сейчас из меня дурака делаете? Нет, я вам уточняю ситуацию. А я у вас конкретно задаю вопрос. Вы из меня дурака делаете, покупателя? К сожалению, буду вынуждена прекратить разговор, если я буду спрашивать один и тот же вопрос. Правильно, потому что вы из меня сделаете дурака сейчас. Поэтому я задаю этот вопрос. Вы считаете, что я свинья? Вы ответьте на вопрос. Я покупатель для вас свиньи. Находимся мы... Не скажете, какой здесь адрес? Улица Саушкина, дом... 124, наверное, не знаю. Да, 120, улица Саушкина, дом 124. Все верно. Да, уточните, пожалуйста, какой продукт. Слушайте, ну вот на самом деле я уже устал это объяснять, какой продукт. Вот честно. Вы, по ходу дела, считаете из покупателей свиней. Дорогие друзья,
Я так думаю. Алло. Я вас слушаю. Да, уточните, пожалуйста, авокадо. Как у вас продукт просроченный? Авокадо. За 90 рублей. И какая дата производства и какой срок хранения? Могли бы уточнить? По паспорту производителя заявлено 19.07.2020 год. Срок годности 15 суток. Просроченных продуктов. Ну так мы тогда можем в полицию, там в Роспотребнадзор. Ну, только они не хотят их утилизировать. Звоните в полицию, вызывайте, пускают, приезжают, составляют. Но людей тут не надо оскорблять и прочее. Кто оскорбил? Как я оскорбил? Процитируйте дословно. Процитируйте дословно, как вас оскорбили. Процитируйте дословно. Ну, все, давайте закончим. Вместо того, чтобы заниматься пустословством. Так, еще раз. Процитируйте, дамочка. Да все, оставьте ее, женщину, в покое. Оставьте. Не оставлю. Если... Она мне что-то, что обвинила, что я ее оскорбил. Если вы... Обзывал. Если вы еще что-то хотите, вызываем полицию, пускай она все решает. Можно я сам решу, что я буду делать? Вызывайте полицию, пускай она приезжает, и вот все, все это будет уже просто решать. Через 112. Раз как раз мешает, оформим. Мешает работе. За продажу. Я не хочу полночи сидеть здесь. А, не будете полночи сидеть? Вызывай заказчик полиции. Отойдите на меня на полтора метра. Отойдите. Дистанцию соблюдайте. Соблюдайте дистанцию, молодой человек. Соблюдайте. Почему без маски? Еще раз вам говорю, соблюдайте дистанцию. Я не покупатель, соблюдайте дистанцию. Руку уберите от моей видеокамеры. Вот, это моя собственность. Вот вам сказано, что. Это моя собственность. Ну, ты вот ее сейчас трогаешь. Не надо тыкать мне. Уважение заслужи сначала. Не надо тыкать. Отойдите. Уважение заслужи. Чтоб не тыкали тебе. Трогает мою собственность. Еще хоть, чтобы на него на вы тут обращались. Дальше что? Что еще дальше? Ничего. Ну и все, тогда успокойтесь. И не трогай чужую собственность, понятно? Надо, это уголовная статья. Особенно для тебя. Хорошо. Все? Представься. Все, я вам представься. Еще раз вам говорю. Представься. Еще раз вам говорю. Что вы еще удостоверение. Хотите? Удостоверение. Еще раз вам говорю. Удостоверение в развернутом виде. Да, еще раз. Не мешайте работе. Удостоверение. Не мешайте работе. И дистанцию соблюдайте. Удостоверение в развернутом виде. Я пока к вам еще ничего не предъявлял. Вы закон вообще о чем-то знаете? Да. Да? Похоже, дело плохо их читали. Что вы хотите? Что вы удостоверение ваше. Ваш документ. Вы кто, сотрудник полиции, что ли? А вы кто? Я покупатель в этом магазине. Покупайте? Не мешайте работать. Я сам разберусь, что мне делать. Я сам разберусь. Удостоверение ваше. Еще раз говорю. Удостоверение ваше. Будет написано заявление на вас. И жалоба. Пишите, вызывайте полицию. Удостоверение, я сказал. Ты что сказал? Вы кто? Я покупатель. Ну и что мне требовать? А ты нарушитель. Трогаешь мою собственность. Да? Какую? Да. Какую? Видеокамеру. Какую? Я вот сломал. Эту. Сломал? Ты уже ее тронул. Все. Ну и все, вот сюда. Удостоверение свое. У меня тоже камера. Удостоверение. Это руки. В развернутом виде. Еще раз вам говорю. Нарушайте общественный порядок. Это ты закон не нарушай, и не трогай чужую собственность. Тыкать мне не надо. Заслужи, чтоб тебе не тыкали. И орать не надо тут. Ты заслужи сначала, чтоб не тыкали. Если бы ты не трогал мою собственность, я бы тебе обращался на вы. А поскольку ты тронул мою собственность, ты... Хамло. Хамло это ты.
трогаешь чужую собственность, что не твоими руками куплено, не тебе принадлежит. Так, еще раз вам объясняю. Вы полицию не будете вызывать, я так понимаю? Вы хотите? Мне-то она зачем? Пускай они вызывают, хотите, если вы хотят. Вы хотите подскандалить, я так понимаю. Что по форме, да? Легче, пускай вызывают. Так, ну хорошо, подождем. Пока успокоитесь. А ты удостоверение покажи свое. Я пока вам требований никаких еще не Женщина, предъявлял. Я не к вам обращаюсь. Нет, вообще. Я не к вам обращаюсь. Что вы тут да шумите? Нет, просто я не к вам обращаюсь. Что вы шумите здесь? Просто человек. Вы ГБР? Люди работают. Вы ГБР? Я вообще не понимаю, что, 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 в чем хочет вообще. Я не понимаю. Вы сотрудник ГБР? Ну все, ясно. Да, просто человек на конфликт. Удостоверение в развернутом виде. Я вам еще никаких требований не предъявил. Так что да мне не нужно твое требование. Ты закон о чем знаешь? Знаю. Плохо ты знаешь. Знаю все. А вы ты обязан предоставить порядок. По первому требованию еще раз, гражданина кому? Свое удостоверение. Не должен я ничего. Обязан. Я никому ничего не должен. Ты обязан это вот, сделать. Ну, пишите жалобу. Все, пишите жалобу. Пишите. Если ты росгвардеец. Вот, не росгвардеец, а сотрудник еще раз говорю, пишите жалобу. Я вам сказал, вызывайте полицию. Вы не хотите. Мне она нужна. Вы конкретно на конфликт идете. Вот и все. Это ты идешь на конкретный конфликт. Да, это понятно, что... Да, это как бы уже клиника. Да, снимает, я тоже снимаю. Подождем. 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 Ты мне хайп сделал как раз, хайпанул. Ну, да я понял тебя. Нет, все понятно. Неадекватно. Сотрудники что, все такие неадекватные? Неадекватные. Бросаются на чужую собственность. Да что я тебе бросаюсь? Слушай, если бы не бросался, бы уже лежал, наверное. Да? Да. А ты имеешь право применять физическую силу? Пока нет. Нет? Да ты вообще не имеешь права этого делать. Посмотрим. 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 В отличие от тебя законы знаю. Да.